Успехи шестой недели. В спальне ничего не изменилось, только одну штору я подкоротила, но еще не подшила. И дети переселились в детскую комнату. На следующей неделе привезем сюда стол. И тогда я на него поставлю швейную машину и буду шить все шторы. Большое изменение в туалете. Мы вот эти планочки все прибили, замазали и покрасили. Эта стена тоже будет покрашена. Вот это мы попробовали. Вот таким немножко светлым бежевым цветом. И надо будет шумный вентилятор и покрасить потолок. И вот тут мы сняли такую белую железную для туалетной бумаги держалку, и там оказалась дырка. Теперь мы эту дырку заклеили, пока надо ее доложить стеной и что-то более красивое, современное повесить. Тут все стены готовы к покраске. Все поснимали, все, что висело. Все дырки замазаны. И практически все почищены. Осталось только заклеить все плинтуса бумагой и можно красить. Зеркала сняли. Тут будут вот два таких круглых. Одно уже есть, и другое надо купить. Это пока что все в этой комнате. В коридорчике, в двух вот этих маленьких шкафчиках тоже поснимали старые полки, поснимали старый ковер. Все очень плохо пахло. Теперь все свеженькое. Тоже надо покрасить, доложить вот такой вот коричневый ковер у нас есть. И постелить вот так вот полки. Потому что в детских шкафов нет. Эти шкафы будут тут один, и тут другой. Такой же. Тоже все готово к покраске. Самая большая успех на этой неделе — это Леина комната. Дети переехали сюда, и получилась очень красивая, уютная комната. И даже влезнутыми кровати. Пока что мало то, что на матрасе спит. Когда его комната будет готова, он переедет туда. Такую тумбочку мы тут поставили временно. Вот Лёвина комната. Тут мы разобрали вот этот старый ящик, потому что у него было неудобно. Он открывался сверху. Но если мы хотим сделать сверху лавочку, на которой можно сидеть или лежать, это было неудобно, поэтому мы сделаем такие ящики, которые можно будет выдвигать, а сверху уже доска. И огромные успехи в кухне. Мы снесли громоздкий остров. И тут получилась большая красивая кухня. Вот он тут стоял. И вот тут достроили всю стену. Одна половина полностью готова. Осталось только другую доделать и можно красить. Стол пока перенесли туда. И из дивана пока все убрали, пока снимали этот остров. Было много пыли.
все на этой неделе.